Здравствуйте, рад приветствовать вас, симулятор козла! Я сначала думал, что игра обо мне, но нет! Это настоящий козленок, смотрите, какой пушистый, какой милый и привет... Трава? Какой милый и приветливый козленок! Как же он попал сюда, я не знаю, просто в огороде стоит. Ну что ж, начнем! Да, залезь бы сюда. Yes! Вот так это боднуть, и это так боднуть. Вот так вот, ха-ха, лети в облака. А что так? Секретный туннель! Это был секретный туннель! Yes! Похоже, основная миссия этого козла... Это просто разрушать все вокруг. Такой милашка, такой милашка! Итак, привет. Это сразу выяснение отношений. Моя территория, понял? Я тут все бодаю. Эй, что это за... Покатать тебя? Покатать? Я могу еще помочиться на тебе. Эй! Я знаю, ты весь в трико. Парень в трико. Козел! Еще один козел. Это моя башня. Что это, цирк для козлов, что ли? Сколько ловкости нужно, чтобы забраться туда, да? Нужно быть ловким акробатистом. Что это? Я ее полизал. Что это такое? Умри! Идё! Нет. Так. О-хо-хо, смотрите, что у нас есть. Вставай. Так, машинка. Полежим тебя, машинка. Что, куда полез? Куда ты? Почему ты? Почему он это делает? Вставай, я верю в тебя. Так, в кустах, конечно, очень классно, но предпочтем пойти... Так, это не я сделал, это сделал не я. Это другой козел. Отстань же от меня, отстань, я не хочу с тобой ничего общего иметь. Итак, бедный человек. Помочь тебе? Помочь? Вот так. О, женщина. Так. Козел! Я козел! Стой! Слушайте, я какие-то бонусы получаю, я не успеваю читать. Бить легко. Ударяйте на дистанции. Что вы тут? Лоботрясы! Охота! Охота! Что вам? Козлиных прав не хватает? Вставай, козлик! Yes! Молочка вам! Молочка! Козлиного, да? А потом сыра подавай! Эй, я знаю тебя, давай поговорим! Постой! Все могло быть по-другому! Пока я не могу прошибить грузовик, никак! Встань! Он Гагарин мог бы гордиться им. Стопудово. Прыжки через объекты. Yes. Я сделал. Прыжки через объекты. Front of the back flip. Тут какие-то задания. Пойдем сюда зайдем. Какая женщина? Женщина. Леди, let me see you. Что кушаешь? Дай. Да, умри. Ладно. Shit. Велосипед. Всегда не любил велосипеды. Копыта застревали, знаете ли. Промежность. Разбегайся. Ну и полет. Полет валькирии, фактически. Мы в поле. Один в поле, козел не воин. Стоунхендж?
Не, только не застревай. Да! Пускай эти друиды потом попляшут. Встань! Трэш! Открыто новое достижение. Божественная комбо, да, вы хотите сказать? Я за тобой смотрю в оба. Это я грузовику. Грузовичок. Муравичок. Па-па-па-па-па. Так, кто там шел? Па-па-пап. Почему они не убегают? Им нравится, они козомазохисты. О, мои ноги! Его еще и унесло грузовиком. И меня, и тебя унесло грузовичком. Че ты лег? Встань! Встань, пожалуйста, встань! Встань! Будь как мужчина! Посмотри на меня! Посмотри на меня! Встань! Он лежит? Эй, машинка! За облизывание машинки дают баллы! Каннибалы! Понял, это козел-каннибал Лектор! Все такое наивное против козла убийца. О, пикник! Эй, ребята! Я первый на пикник! Бейус! А, стой! Стой, стой, стой! Я... О, они сгорели на барбекю! О, мои ноги, он опять говорит, или боноги! Кто тут? Встань! Встань, мужчина. Так, я не хотел этого, но это замечательно. Та-да-па-дай, ля-ба-ба! Напрасно вы кричите. Где? О, вечеринка там вот проходила, да? Там еще кто-то. Так, ты что? Рисуешь на дереве, я люблю тебя, козел, да? Ой, ёба! Газёба-мазёба! Вот так! Козел не прощает, козел не прощает. По-моему, ты не видел, парень, смотри, какая у тебя круглая задница. Ты что, не видел, как... Чё, он хочет полизать его задницу? Да, я его залезал до смерти. И так вот. Козлик, не валяйся с ними. Мои ноги, да твои ноги, это мои ноги теперь. Твои ноги будут моими. Бату! Юпи! Ну давай, юпи! Воу! Все? Я сказал, прыгай, горбатый! Юпи! Я первый козел на крыше. Первый козел на крыше в этом доме. Первый козел с крыши не упал. Крыши не упал, первый козел. Что это такое? Потереться о трубу. Что это он с трубой? Ну и полезать. Полезать на прощание трубу. Уже все? Обвис совсем, парень. Совсем не мужик. Фу, как тут много! Бассейнос! Бассейнос купато, сеньора, сеньора! Я почистить вас бассейн за... бесплатно. Я понял, мне не сюда. Козел может подниматься. Так, куда уставился? Ты куда смотришь? Ты хочешь, чтобы я прыгнул с этой вышки? Конечно. Эй, парень! Все, что ты скажешь. Для меня закон. Та-ри-па-па-па. Симулятор козла лучше GTA. Бедная моя шея козлиная совсем переломалась. В заботах, все в заботах. Столько нужно сломать, столько... О-о-о-о, это был вид. Это лошадь?
Это лошадь? Нет. Это Яки. Яки Субинара. Отличный видок. Бу-бу-ли-бам. Что это такое? А почему? Еще разок. Если вы считаете, что козлом быть легко, вы ошибаетесь. Козел — это ответственная профессия. Это потата... Промазал. Ну, козел, берегись. Итак, в то время как бравые мужчины зажимают стволы своих артиллерийских оружий, играют в Battlefield мохнатую контру, выходят вот такие игры, как симулятор козла. Еееей! Уху! Еееей! Я же говорил, получится. Все получится у нас, да? А что тут у нас? Ого, опять попка. Попка козлиная. Попка козлиная одна штука. В магазинчике дайте, пожалуйста. Ну, выдайте мне, пожалуйста, как он идет. Смотрел бы вечно и вечно, да? Так. Ооо. Я первый козел Assassin's Creed. Нет, не падай. Пожалуйста, не падай. Не падай. Я верю в твое... В твое могущество. И ловкость, достойную лучших балерин. Тут бесполезняк, по-моему, надо в контейнер попасть. Парень стоит. Надеюсь, он не хочет покончить жизнь самоубийством. Ведь столько всего интересного. Парень, одумайся. Честное слово говорю, одумайся. Ничего личного! Ладно, где контейнер? Йоу, контейнер! Йоу, контейнер! Если я... Спущусь тут? Как мне спуститься на этот контейнер? Нет, нельзя выпрыгнуть! Нельзя выпрыгнуть! Я заложник ситуации! Сейчас посмотрим, кто здесь заложник ситуации! Хе-хей! Ну, возможно, я могу что-нибудь боднуть ненужное? Нет! И это не боднуть, и то не боднуть. И ся. Нет, никак, да? По тросу тоже никак. Ну ничего, я придумаю, обязательно придумаю, как попасть в контейнер. Нет, отсюда не выбраться, надо только прыгать, да? Без проблем. Без проблем. И что это было? Это был супер прыжок козла. Вставай, бессмертный горец. Горец Маклаудер. Козлаудер. Ого, вы там готовите пиццу, надеюсь. Уху, юпи. Чпок. Ой, замечательная игра. Стой, стой. Так, автозаправка. Вся автозаправка козлиным чертям, да? Вставай, оживи, и живи же, надо потушить все, покуда не поздно. Остановись, козлиный патруль. Он разломал бензоколонку. Это не я, это он. Дайте, пожалуйста, чипсы, начос козлиный. Я! Так. Зацепил рогами вож. Понимаешь, это что ж? Эй, тетка, я тебе скажу сюда по секрету, иди сюда. У меня рога у тебя под задец. Ладно ты, не стесняйся, все свои. Yes! Это какой-то садомаза козел. Я бы играл вечно и вечно. Но это была последняя машина. Спасибо, что смотрели, друзья. До новых встреч.